Инспекция Первомайского района. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно проверочка. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции провели плановый рейд проверку подотчетных осужденных. Сегодня проходит очередной рейд, в ходе которого мы проверяем осужденных, которые освобождены. Ежегодно, по данным уголовной инспекции, по краю проходит почти 9 тысяч осужденных, в том числе более 100 несовершеннолетних. Раз в квартал сотрудники инспекции осуществляют контроль за подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении которых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, залога или запрета определенных действий. Контролируем их обязанности, возложенные судом. Опрашиваем порой соседей, если это необходимо, если он где-то зафиксирован в антисоциальном поведении. Опрашиваем родственников также, если это необходимо. Проводим с ним профилактическую беседу с условно осужденным, в ходе которой мы также разъясняем, повторяем обязанности, возложенные судом, и последствия их нарушения. В ГУФСИН России по Приморскому краю входит уголовно-исполнительная инспекция, в составе которой 34 филиала и исправительный центр номер 1. Недавно, 7 мая, сотрудники инспекции отметили свой профессиональный праздник. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на 8.